по толщине дермы и выраженности жировых пакетов. Еще вопрос. Но опять, постановка здесь не в ПЖК, постановка здесь подкожная. То есть опять глубина, это тоже где-то миллиметра, там три. Вот это серия занятий, да. А здесь скрю или моно? Да. Это моно. Торнадо. Девочки, скрю – это спираль. Да. Это то, что поставив под дно морщины, мы выталкиваем эту морщину. Поняли? То есть скрю под заломы только. Только под заломы, только под заломы. Так, теперь мы говорим по поводу носогубных. Вот мы поставили, вот у нас есть, допустим, залом, да? Мы ставим ниточку под сам залом. Справа от него и слева от него, да, чтобы вытолкнуть, да, и на сантиметр выше или на пол сантиметра выше губы, да, начало. Нет, от морщины. Мы идем по всей линии морщины. По всей линии морщины. Чтобы раз. Есть дуалы нити тоже, которые выталкивают морщину. Они как сеточка там. То есть вы вводите, вышли, и там эта сеточка. То есть это, скажем, более продвинутая уже версия той же ниточки скрю. А когти, они тоже рассасываем? Конечно, девочки. Просто они насечка другая, да, и все. Девочки, это все нити, которые биодеградируют. Только нити, вот, я хотела сказать, есть нити только в автосе, которые не рассасываются. Но опять, это хирург. Я пока. И, значит, скрю мы можем поставить конкретно вот куда, межбровье. Куда мы скрю мы можем поставить? Вот, допустим, я вижу у тебя, да, вот да, один, как такой вот недостаток этого объемчика. Я могу поставить эту скрю сюда, одну, даже две, три. На всю, скажем, на весь диаметр недостатка объема. И вот буквально небольшой, тоже сюда, одну, две. Вот здесь бы я поставила скрю. Точно так же, допустим, если бы был вертикальный залом, да, уже нормальный залом, вот так можно поставить скрю. Если у нас вот зона паттерна, допустим, вот зона паттерна, мы поставить можем одну, вторую, допустим, и третью. Как с одной, так и с другой стороны. Под залом по бокам. Да. Если у нас просто паттерны, скажем, формируются, но нет залома, да, и мы хотим немножко уплотнить эту зону, мы можем поставить, допустим, помните, я говорила, вдоль латеральной части брови, да, вот прошить, допустим, 5 ниточек поставить так, и прошить их как бы сеточкой. Вот это мы можем сделать. Тоже скажу. Нет, я же проговорила, что потом, если нет дермального залома, а просто нам нужно как бы дать лифтинг латеральной части брови, приподнять ее, да, как бы открыть глазик. И чтобы не было формирования вот этих паттернов, то мы работаем мононити. Понятно? Да. Ну, смотрите, есть еще моменты, что касаемо, допустим, мы говорим, да, вот грубо подбородочная, вот эта зона, да, вот, да, вот этот карман, пустой карман. Вы можете поработать там нитями скрю.